Приветствую вас, дорогие друзья. И сейчас мы вскроем коробочку. Заказывали мы ее через Taobao. Вот адреса, то есть куда она пришла на наш склад, и далее уже нам отправили. Ну так, давайте. Здесь у нас получается. Так. Это у нас косметика. Ладно. Иероглифы я не понимаю. Что же здесь в пакетиках? Фитокар. Это у нас, так понимаю, это зубная паста. Да, это зубная паста, пришедшая к нам. Заявку обрабатывал не я, поэтому я вам не могу сказать, да? Не смог сказать, что это сразу. Вот, смотрим, здесь 5 штук получается. Пять зубных паст. Давайте посмотрим. Вот они все запечатаны. Ну, мятный, да, мятный такой приятный запах. Надо будет узнать, как она, какого она качества, да, и может стоить заказать ее себе. В общем, собственно говоря, вот такой вот коротенький обзорчик у нас получился. Infinitus. Да, интересно.